Новинки отечественного и зарубежного автопрома под одной крышей. В Тольятти открылся автосалон «Моторэкспо-2018». Для радиокомпании «Губерния» информационный партнер крупнейшей выставки региона. Чем удивят в этом году, знают наши корреспонденты. Автосалон, организованный Центром Экспо Тольятти, главное выставочное мероприятие автомобильной столицы России. На Моторэкспо 2018 представлены новинки отечественного и зарубежного автопрома. В центре внимания нашумевший концепт-кар внедорожника будущего «Лада 4 на 4 Vision». Посетители выставки видят его первыми после премьеры на московском автосалоне. Рядом реальные машины, предсерийные «Лада X-Ray Cross» и новая «Гранта». Автомобиль уже в продаже. Моторэкспо – отличная возможность не только у увидеть новинки, но и испытать их в деле, а также поговорить с их создателями. Не только показывание продуктов здесь, потому что в Тольятти все прекрасно знают наши продукты, но также людей сюда пригласить, иметь возможность с ними поговорить, обсудить. На выставке представлены легендарные автомобили класса люкс – Bentley, Rolls-Royce, Aston Martin, Ferrari, а также интерактивные игры для юных посетителей и их родителей, мастер-классы города профессий и соревнования по автомодельному спорту. Для маленьких гостей у нас приготовлены сюрпризы, для взрослых это автосимуляторы и, конечно же, мощный звук на SPL-турнамент – это чемпионат по автозвуку. Для всех желающих тольяттинский автосалон распахнет двери завтра в спорткомплексе «Олимп». Завершит работу выставка в воскресенье, 30 сентября. Алена Алешина, Дмитрий Алатырцев, Новости Губернии, Тольятти.